Президент Франции Николя Саркози 21 апреля дал поручение министрам разработать законопроект о запрете на ношение паранджи и никаба в общественных местах. Документ должен быть представлен парламенту в мае. Саркози считает, что такая традиционная мусульманская одежда, полностью закрывающая лицо и тело, унижает женщин. Закон не будет принимать законодательные меры против мусульман, но будет стремиться сохранять достоинство женщин и основополагающий принцип Французской республики – свобода для всех. Запрет на ношение чадры во всех общественных местах и достоинство женщины не могут быть разделены. Надо сделать все возможное, чтобы никто не чувствовал себя заклейменным из-за веры. Позиция лидеров мусульманской общины такова, что паранджа никогда не была религиозным требованием. Но многие члены 5-миллионной мусульманской общины во Франции считают, что на самом деле закон нарушает свободу женщин, ограничивая их свободу не только исповедовать свою религию, но и одеваться так, как они хотят. Если женщина является мусульманкой, исповедует свою религию и хочет носить чадру, то это является ее свободным выбором. И если вы заставите ее не носить чадру, то вы противоречите французскому образу жизни. Мы говорим, что живем в свободной, демократичной и хорошей стране, которая позволяет людям выражать свои религиозные убеждения. Я думаю, что мы говорим о французской конституции, которая не имеет ничего общего с религией. Проводить законы об одежде, касающиеся религии, это совершенно глупо. Я думаю, что это неправильно. Запрет на паранджу давно обсуждается во Франции, светском обществе, в котором религия отделена от государства и которое опирается на три основополагающих принципа Французской республики – свобода, равенство и братство. Так что будущее покажет, насколько хорошо обсуждаемый законопроект соотносится с этими принципами в глазах мировой общественности.